Два дня назад Збройні Сили України, відповідно до рішення начальника Генерального штабу, об'явили режим повної тиші. Цей режим визначений відповідними мінськими домовленостями. Навіщо це було зроблено? Для того, щоб завершився конфлікт, то обидві сторони повинні слідувати чітким правилам. Ми з свого боку це зробили. При цьому це жодним чином не визначає, що наші військовослужбовці піддаються якимось додатковим загрозам. Кожен командир військової частини самостійно має право приймати рішення на відкриття вогню у відповідь, якщо є безпосередня загроза життю та здоров'ю військовослужбовців. Тобто є загроза бойового зіткнення. Тобто всі готові, ми готові реагувати на будь-які загрози, готові захистити населення, вас, і ми звідсіля більше нікуди не підемо. Оцю основну тезу я хотів донести до всіх. З чим зв'язані такі очереди на пропускних пунктах, які в останнє время увеличились, люди стоять буквально там, ніхто не начали входити? По очередям на пропускних пунктах. Значит, мы пошли немножко навстречу общественности. Если раньше, еще неделю назад, пропускные пункты работали с 8 утра до 17 вечера, то с этой недели они работают с 7 утра. С чем связаны очереди? Во-первых, с тем, что эти очереди, по информации даже губернатора, они управляются и координируются группами каких-то определенных людей. Со своей стороны порядок мы пытаемся навести. Это раз. Второе. Соответственно, мы находимся все-таки в зоне антитеррористической операции, поэтому определенный фильтрационный порядок должен быть. То есть должна быть обязательная проверка, чтобы в этих машинах не было оружия, чтобы в этих машинах не было ничего другого запрещенного. Поэтому это всегда долго, всегда тяжело. И, как Леонид сказал, действительно, третий фактор очень важный, может быть, определяющий, это человеческий фактор. Я имею в виду с той стороны. С той стороны. Вы имеете в виду со стороны боевиков? Да, ну вот была такая инициатива сделать какое-то общественное движение типа Автомайдана, которое само определяло бы порядок прохождения КПВВ и порядок там человека в очереди, кто за кем. Почему? Потому что по-другому вот и губернатор, и мы сами смотрели, ну тяжело управлять. Люди сами там каким-то образом пытаются сформировать льготную очередь, очередь с детьми, очередь с тем, кто плохо. Получается нагромождение машины, получается, что таким образом тоже замедляется работа КПВВ. То есть здесь вот я хотел бы донести до вас основную мысль, что мы не просто самоусунулись, там поставили відповідні блокпости, мы постоянно работаем над этой проблемой. Единственное, оно не получается не только из-за того, что каким-то образом кто-то что-то сделал неправильно. Здесь немножко еще ментальность людей надо менять. В 17 часов КПВВ закрывается. Закрывается для чего? Для того, чтобы на территории, которая контролируется государством Украины, вооруженными силами, был порядок и было безопасно.